Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой воскресный выпуск. Хочу рассказать вам, знаете, о чем. Недавно на моем канале вышло видео про то, как не надо покупать автомобили из США. Это было в пятницу, сегодня у нас воскресенье. И в лучших традициях автобизнеса по-криворожски позвонили люди, попросили этот ролик удалить. Кто успел его посмотреть, молодцы. Я думаю, вы поняли, какие тачки приезжают из США. Кто не успел, видео пока в закрытом доступе, пока к просмотру недоступно. И вроде бы ничего криминального я не показал, но да, вы спрашивали некоторые из вас в комментариях. Я реально не согласовывал эту съемку с хозяином Мазды. Он ее нам оставил, и мы просто сняли про нее контент. Этого, в принципе, следовало ожидать. Да, я, может быть, где-то неправильно поступил, но, сами понимаете, разрешение на съемку и на выпуск такого ролика ни один владелец, ни один перекуп, который привозит тачки из США, никто бы не дал. Если я там должен перед кем-то извиниться, перед этим хозяином, например, то да, я поступил, может, где-то даже незаконно, но я стараюсь максимально честно рассказывать правду об автомобилях. Поэтому, друзья, 10 тысяч просмотров там было. Кто посмотрел, я думаю, поняли и сложили свое мнение об автобизнесе по-криворожски, да и автобизнесе по-украински, наверное, в принципе, тоже. Мораль какова? Что я хотел этим всем сказать? Тачку купить из США – это не так просто, как многим из вас кажется. На примере вот того ролика я показал, какие тачки привозятся, когда просто человек нажимает кнопку «Купить» на аукционе, не делая никаких проверок, не изучая историю автомобиля. Приезжает то, что приезжает, и потом кто-то из вас это покупает. Купить тачку из США – это не так просто, поэтому неважно, обращайтесь ли вы к кому-то под заказ или ищете автомобиль здесь. Я всегда вам буду говорить, несмотря на критику, несмотря на какие-то упреки от моих коллег по перекупскому цеху. Многие меня очень не любят за это, но, друзья, я буду продолжать это делать. Да, какие-то ролики мне приходится удалять, потому что, ну, такова жизнь, и Кривой Рог не такой большой город. Это грустно, это обидно, это неприятно. Было потрачено много времени моего, в том числе. Был весьма поучительный контент, но сейчас его нет. И вот такая история с этим всем. Спасибо всем, друзья, кто меня смотрит, кто пишет комментарии, кто лайкает. Обязательно подпишитесь на мой канал, поддержите меня, хотя бы вы, мои уважаемые подписчики, если вдруг кто-то еще из вас не подписан. Потому что очень много сил я в это все вкладываю. Хочу сделать какой-то полезный контент, полезный канал, чтобы он был полезен в первую очередь для вас. Поэтому поддержите меня. Спасибо всем. Сегодня воскресенье, прекрасная погода. Наконец-то в Кривой Рог пришла весна. Я желаю всем вам здоровья, хорошего настроения, ну и, конечно, хороших автомобилей, а не таких, как эта Mazda из моего удаленного обзора. Всем спасибо, всем пока, друзья!